Ну что, идти надо на работу, что говорить так? Господи, благослови. А что там будет, то, что Бог даст. Все, расходимся. Все, расходимся. Давайте. Да как? У меня сегодня опять благословенно все. У нас благословенно. Вы меня застали, когда я только беседовал с одним атеистом. И он уже начал ухо преклонять. А у меня ребятишек сегодня. Атеистом. Один, второй, третий кадр, и все они дети, дети. Большинство девочки. И очень хорошие беседы были. Ну, я вам скину потом, вы скажете, когда. Сразу можно, если готово. Это мне надо их теперь... Если готовы, то можете сразу скинуть. А как готовы? Мне надо сначала их ужать, а потом уже закачать, а потом вам сообщить. А на это мне до утра хватит. А ну напишите. А общее прошлого воскресенья ты еще не рассылали? Нет, еще руки пока не доходят это сделать. Ну все по-хорошему, ваше. Слава Богу. Слава Богу. Самое главное, все почти любят ругать священников. Все, вот у всех как одно. Да, 100% да, у патриарха яхта, у патриарха там еще что-то есть. Я говорю, у меня велосипед ржавый и две голубятни. Я говорю, ну еще вы скажете. Ну ладно, еще хлопцы. Я очень доволен. Хорошие такие, веселые попадали мне люди. Даже один более засуровел так, а потом помягчел. Это как один пишет, говорит, с неба когда падали эти демоны-то. Ну и некоторые упали во двор человеку, стали домовыми. И тут они пообмякли. Стали гривы заплетать коней. Я знаете, что подумал? Там в рулетке можно посылать сообщение. И у вас должно быть на готове какой-то, ну, свой скайп, уже заранее скопированный. Ну, можно ссылку на наш сайт. И ну, когда ну, человек расположится, просто чтобы просто так, ну, чтобы не потеряться навсегда, оставлять ему свои данные. У меня просто один сегодня под датой спросил, говорит, дай мне свой скайп, я тебе обязательно позвоню. У меня закрыта клавиатура, Сергей, закрыта, я не могу сделать. Я бы давно это сделал и хотел сделать. Два окна сделайте, два окна. Открыть вкладку, в другом окне два окна сделайте, два окна. В одном час клетка, в другом это и все. Нет, нет, послушайте. Там смысла нет писать, как только этот переходит, мгновенно все в чате стирается. Вот и все. Там нету, я уже так это тоже думал, но чат стирается, когда переход происходит. То есть он и все сразу все теряет это. Там же, да, да. Не, если он обратно туда войдет, ничего не становится, да? Да, ничего нету там, ничего не остается. О, ну да, я это что-то не подумал. А зачем же тогда он просит? Один тут зашел, говорит, на вам мусульмане попадаются, как вы с ними ладите-то? Я ему рассказал. Ну а есть такие, что агрессивные? Есть, но малый процент. А другие, которые мусульмане, они их даже эти, которые агрессивно, за мусульман не признают. У нас отношения хорошие. Тем более я не касаюсь никак, а проповедую чисто по Евангелию. Не касаюсь. Три слова табу так и остается. И поэтому он даже хотел бы прицепиться, а не за что. Я пятой сурой прикрываю. Я человек Писания, где сказано обо мне. И я поэтому делаю так. А вы сами решите. Будете иметь или не будете, если написано «Нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Вот и весь сказ. А мне сейчас мусульмане попались два, попятились вообще конкретно назад. Один прям намаз там читал, второй со мной разговаривал. И говорят, где написано, что... Где сказал, говорит, Иисус, мне поклоняйтесь как Богу. Что... И я ему сразу же цитирую. Ему говорю, 5:23 Иоанна. Дабы все чтили сына, как чтут отца. Кто не чтит сына, тот не чтит отца. Ну, то есть, наравне с отцом чтится сын. Как, где, говорит, это написано? Он записал 5:23. Ну, я ему сразу накидал. Он говорит, ой, я, говорит, не знаю. Я не знаю вашу просто, извините, я не знаю. Я вот только вот свое. Я ему про его тоже Коран сказал. Про пятую суру.
66-й, 68-й и 49-й, или 47-й, по-моему, да? Да, Аят. да. И тоже. И все, они все попятились сразу же назад. Сразу, они падают. Хорошо, он раз. Очень в этом вопросе боязлив. Он не знает. Ему уже кинжал к горлу. Он боится. Своих боится, не чужих. Это религия страха. Вот 8.44 Евангелие от Иоанна абсолютно точно. Самая глобальная ложь во Вселенной – это непринятие распятого Христа. Больше лжи сатана придумать не мог. А если это все, человек в это поверит, что он не умирал или украли его, как написано в Евангелии, больше остальное уже не имеет никакого значения. Если Христа нету, а все, ты можешь ходить в храм, ставить свечки, а толк-то какой? Нет, поэтому мы должны понимать, откуда это идет. Более жуткой хитрости придумать было нельзя сатане. И он, Христос был, да, был, все. Дьявол был, но только не так, как вы говорите. То есть на лжи все основано. И на убийстве. А если не так, я убью. Если он был там, а переходит в христианство, убить. Вот Балтиста это пишет, я осмелилась назвать его отцом. Смотрели, нет? Это жена министра Пакистана. Она обратилась ко Христу, и как было с ней там. Сколько человек обратилось, всех зарезали. Ну, вот так. Все тогда. Все тогда. С Богом. Готовимся. До занятий. Палыч поведет нас.